Парни, всем привет. Купил себе на Шиху такие новые стоп-сигналы, стекла. Потому что мои выгорели. На днях ехал вечером. На габаритах все. Останавливает наша доблестная полиция. Догоняет за мной с мигалками. Преступника нашли. Я же выхожу с машины, говорю, я что, нарушил что-то? Они мне говорят, у тебя стопаки светят белым. Кажется, что машина навстречу едет. У нас там одностороннее движение. Ну, я так вышел, посмотрел. Ну, да, действительно, они выгоревшие. Сейчас выйдем с автомобиля, я покажу. Сравним новые и старые. То есть, вот так выглядит старый стопарь. Вот так будет выглядеть новый стопарь. То есть, вот тут, где габарит вообще белым светит, поворот тоже уже желтый. Практически нету. А это не тот, это с той стороны стопарь будет стоять. Получается, да, с той стороны. Ну, короче, парни, вот так вот. Так что сапоги дешевые, выгорят и эти, наверное, за пару месяцев. Что, пацаны, менять их вообще несложно. Тут вот багажники есть такие черные штучки. Их откручиваешь, и все, у тебя стопак полностью отпал. Новый сунул, прикрутил, и все. Ну, это у меня просто багажник обшитый, я сам его обшил вот так вот. Там пришлось разорвать, потому что не доставал. Вот так вот сделано, карпет, там все обшито. Это грязные кирпичи, короче, возил. Да, так что вот так вот, пацаны. Ну, эти действительно выцветли. По сравнению с новыми, да, разница как бы есть. То есть, ну, вообще... ни о чем. Вот так вот цвета. Хотя тоже я их брал года два назад, наверное, отъездил. Два года опять выцвели. Да еще б ездил, если полиция меня не догоняла за стопаки, я бы еще б ездил. Так получается, штраф полиции я не платил. Меня не штрафовали, отпустили так. Пальчиком пригрозили. Просто да и все. Все, пацаны, всем пока. Ставим лайки, если кому-то видос понравился. А никому не понравился, ставим дизлайки. Пишите комменты, если что, спрашивайте. Я всегда все отвечу, все подскажу. Все, всем пока. Добра, всем мира, удачи.